Задержали карманника с поличным прямо в маршрутке. 22-летний житель сопредельного региона вытащил из сумочки женщины портмоне и положил его себе в карман. Как все произошло, вор продемонстрировал во время следственного эксперимента, а соответственно сознался в содеянном. Вы сожалеете о содеянном? Да. Сколько денег украли? На что потратили? Не успел потратить. Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имел богатое криминальное прошлое и, скажем так, специализировался на карманных кражах. В настоящее время он взят под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком на 5 лет. А горожан и гостей курорта полицейские предупреждают. Весной просыпается не только природа, но и преступники. Внимательными нужно быть и в общественном транспорте, где карманники специально создают толчею и очереди при входе в автобус.